Привет, меня зовут Елизавета, и сегодня я расскажу о эпоксидной смоле и о четырех мастер-классах в нашей студии. Начнем с того, что все четыре мастер-класса по эпоксидной смоле схожи общей методикой. Мы берем эпоксидную смолу и смешиваем с красителем. Для картины из эпоксидной смолы мы используем квадратные борды разных размеров 40 на 40, 50 на 50, 50 на 60. Также вы можете сзади меня увидеть три примера эпоксидных картин. Для подносов мы используем также круглый борд. Сюда заливается эпоксидная смола, и получается красивая работа. А такой борд мы используем для круглого панно. И самое важное в каждом нашем мастер-классе – это техника безопасности. Для этого мы используем одноразовые перчатки, одноразовую маску, фартук и, желательно, нарукавники. А сейчас я проведу мастер-класс, и в конце я вам покажу, какая прекрасная работа у нас получилась. Вы такую прекрасную картину создали. Приходите к нам на мастер-класс, чтобы сделать похожую картину под руководством опытных художников.